Липа, клен, серебристый тополь, рябина. Вместо старых засохших деревьев около домов 3 и 5 по проспекту Мира высадили новые. Саженцы привезли предприниматели сети кафе-пекарен «Городской хлеб». Компания приняла решение посадить еще дополнительно деревья на прилегающем участке в 5 раз больше, чем мы срубили. Виолетта Хромова уже не первый раз принимает участие в озеленении городского округа. Она опытный садовод. На своем участке тоже высаживает деревья и здесь пройти мимо не могла. Почему вы откликнулись? Ну, почему? Потому что у меня огород, я знаю, как это нужно. И красиво, чтобы было, и чудесно. Мы в Совете ветеран, нас очень часто приглашают и украшать город, и деревьями, и нами. Помимо жителей, участие в озеленении округа приняли и сотрудники комбината по благоустройству. Они заранее очистили дворовую территорию и выкопали ямы под посадку саженцев. Выкопали лунки размером 60 на 60 на 60, то есть это деревья достаточно крупные и взрослые, ну это можно видеть, чтобы сразу было видно, что озеленение проведено не какими-то там годовалыми саженцами, а достаточно взрослыми деревьями, которые, в принципе, очень хорошо в этом возрасте 3-5 лет, хорошо приживаются, хорошо себя чувствуют. Новые деревья дадут пышную крону уже следующей весной. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.